Когда первый раз встречаешь человека, никогда не знаешь, как долго он пробудет в твоей жизни и какую роль он сыграет в ней. Однако бывают редкие встречи, которые планирует сама судьба. С первого взгляда, с первого слова ты понимаешь, это он, это она. Ваши сердца стремительно наполняют эмоции. Дыхание захватывает от одной лишь мысли о человеке. Ты не видишь ничего, кроме вас, вместе. Теперь весь мир — это вы. Мечта? Да. Романтика? Да. Любовь. Ощущать тепло близкого человека, такого родного, тогда, сейчас, всегда. Когда один лишь взгляд дает чувство безграничной радости, а улыбка — это что-то более чем совершенство. Вместе вы понимаете, что такое счастье. Любовь. Только она способна вершить чудеса. Только с ней легко шагать по жизни. Только с ней вы способны парить. И пусть зажигаются звезды. И пусть каждый день будет самым красочным. Любовь нашла два достойных друг друга сердца. Это ваша история. И она начинается. Познакомились мы с ней, это было после моего перехода в эту школу, которая находится в Самаре, номер 131. Я тогда перешел в 10 класс, и вначале я познакомился с ее сестрой. Мы были друзьями, потом она в один момент в школе, получается, привела свою сестренку, познакомив меня, сказав, что это Айзада. Я познакомился, да, мы на друг друга посмотрели так. Но уже в тот момент уже у нас был взгляд такой, который, ну, наверное, все-таки располагал к тому, что у этой встречи будет продолжение. Мы с Дарьяном познакомились еще в 2008 году. Нас познакомила моя сестра. Ее зовут Айжан, за что ей большое спасибо, за то, что познакомила нас, свела. Тогда мы еще даже не знали, то, что наши отношения зайдут так далеко, что мы будем друг друга очень важными людьми. Естественно, да, прошли немного года, я уже поступил в университет. Мы поддерживали общение, но общение это было как в соцсетях, в интернете. Ну, мы общались также, бывало и до ночи, до утра. И когда он впервые пригласил меня на свидание, я очень волновалась, у меня дрожали коленки. Как мы начали общаться, когда я его увидела, какой он отзывчивый, какой он добрый и простой в общении, я поняла, что волноваться было незачем. То, что он очень хороший, добрый человек. И тогда я уже поняла, что мне очень уютно рядом с ним. То, что это мой человек. Я помню, написал ей то, что может встретимся, она мне ответила, ну, можно. Ну, то есть для меня это было немного как-то, ну, смешно, так прикольно было. В этот день, получается, я, позвонив ей, сказал, что я выезжаю, и она меня уже ждала, оказывается. Она ждала меня около 2 часов на улице с подругой.
Я приехал к ней, встретил ее, и буквально в этот же день, при первой же встрече уже на тот момент, мы просто, наверное, все-таки уже поняли, что у нас это любовь с первого взгляда, наверное, скорее всего, было, потому что и у нее глаза горели, и также, соответственно, у меня. Көктемнің құлпырған шағындай, арайлап атқан нұр таңындай, жадырайды жанымда менің. За все эти 4 года, конечно же, у нас были разногласия, но мы сумели это преодолеть. Мы преодолели это только потому, что между нами были чувства. Алғашқы оянған бұл нәзік сезімім әнмен жалғасты. Ну, мы гуляли на Коктебе. Я даже подумать не могла, что он сделает мне предложение. Ну, предложение прошло, как я и хотел, сюрпризом. Я все так же держал ее в неведении, она не в курсе была, что да как будет. Да, она меня выпытывала. Она подозревала, что будет предложение, но она не знала, когда и как. В один день, получается, с условием того, что мы поедем снимать Love Story, я пригласил ее на Коктебе. Оператор нас там снимал, мы делали всякие различные кадры, повторы. То есть уже у нее полностью... Да, она вначале, подозрения у нее были, что может сегодня будет предложение, но после того, как началась съемка, как были кадры, повторы, уже немного она уже подзабыла про это, думала, что в действительности просто Love Story снимать. На предложение собрались все наши друзья, все близкие. И когда он сел на одно колено и протянул кольцо, сказала о своих чувствах. Я была очень рада. Я была рада, что наши судьбы свяжутся. Очень сильно волновались, так же, как и она даже мне рядом стоя, она мне говорит, у меня руки дрожат, ноги дрожат, это, у меня то же самое, да. То есть это такие впечатления, да, ну, действительно, непередаваемые ощущения просто-напросто, это, мы оба понимаем, что это для нас серьезный шаг к будущему, к семейной жизни. Я надеюсь, что Дориан будет в будущем заботливым отцом, будет заботиться о своих родителях, также о своей семье. Я надеюсь, что наша семья будет крепкая, счастливая, и что все будет хорошо у нас.